Игра Witchfire. Как пройти испытание с книгой. Это на самом деле самое лучшее испытание, потому что после прохождения испытания с этой книги игрок получает очень хороший какой-нибудь лут, и поэтому я советую это испытание всегда проходить. Как его пройти? Лутаем книгу. После этого мы видим вот такой синий луч, который идет от нас. Вот такой синий луч впереди меня есть. Этот луч ведет нас в определенное место. Мы должны в сторону этого луча бежать, смотреть, куда он нас ведет и куда он нас приведет. А ведет он нас как раз-таки в место, где закопан лут. И у нас есть 5 минут на то, чтобы до этого места добежать и этот лут выкопать. После чего, соответственно, луч пропадет. В тот момент, когда луч начинает вот так вот идти вверх, то есть мы бежим-бежим, он идет прямо, а потом раз-раз-раз и как будто наверх пошел. Вот так вот. Значит, мы добежали до нужного места, и вот в этом месте нужно найти кнопочку. В этом месте, где луч пошел вверх, нужно найти кнопку. Нужно найти кнопку E. Здесь написано Dig up treasure, что значит выкопать сокровище. Вот когда мы добежали до этой точки, мы нажимаем выкопать сокровище, и нам выпадает какой-нибудь хороший лут. Вот, например, в данный момент нам выпало письмо, которое стоит 4 монетки. Вот, собственно, квест пройден. Советую эти квесты проходить, потому что они дают очень хороший лут.